Так, ребята, конечно, сразу говорю, никому не рекомендую это хозяйство, но это называется напиток под названием пиво. Вот такое пивко, сваренное мной, в июле месяце я варил. Лучше на будущее, наверное, ближе к осени все это дело, как говорится, начинать. Вот. Потому что как бы здесь более прохладнее, на улице похода, можно... Погода, вернее, не похода. Можно открыть окошечко в кухне, и чтобы было, вернее, более прохладнее самой комнате. Горло болит маленько. Вот, сопли. Вот такой вот бокальчик. Вот. Сейчас у нас вечер, суббота, где-то 4 часа. Помылся немного в ванной комнате. Бани нету. И сейчас мы откроем такую вот бутылочку. Вот это пиво, сваренное мною. Ну, здесь, как мы видим, пластик, бутылочное пиво, там стоит еще в холодильнике и на балконе. Ну, не знаю, заморачиваться не буду, открою вот в основном пиво в стекле. Сейчас посмотрим мы на прозрачность этого напитка. Значит, закупорено было в июле месяце, наверное, где-то в начале августа. Ну что, продолжаем процесс дальше. А сейчас у нас самая главная процедура – открытие вот этой бутылочки. По газировке, значит, нажимаю вот так вот, вот здесь вот нажимаю вот так вот. Так достаточно плотное пиво. Вполне так увесистое, как в магазине. И сейчас попробуем открыть и налить вот в этот наш бокал. Такой стеклянный. Вот. Оле, оле, оле. Россия, вперед. Изначально я его маленечко помыл тут. Ну что, наливаем наше пивко и посмотрим, какая будет пенка и насыщенность этого напитка. Слушаем звук. О, смотрите, какие пошли газы. Газы, газы, смотрите, какие пошли. Не знаю, здесь что-то ничего не видно. Если прифокусируем немножко. Ну там пенка есть, конечно, такая. Чуть-чуть. Наливаем, смотрите. Ребята, наливаем пивко. Свое, домашнее, конкретное. Сначала под 45 градусов обычно наливаем. Пенка образовывается, видим там. Пенка, пенка. Но еще такой ее, конечно, нет. Но если мы бокал перевернем вот так вот и будем наливать это пиво, то мы видим, какая пенка будет. Смотрите. О, вот это пенка. О, щит. Ай-яй, да? Это вам не магазинное пиво. Это настоящее домашнее пиво. Оле, оле, оле. Ну, еще тут у нас вот осталось. Вот так вот. Кстати, мне на кубке мало шлема тоже. Там, посмотрите сюжет. Ну, там был сюжет, я выставил его в эфир. Кубок мало шлема, часть первая или вторая, не помню. О, в Москве был, проходил, на Усачевском рынке. Там один молодой парень, он представлял тоже как бы, ну, как сказать-то, свое пиво. И у него бутылочка была, там, баклажка какая-то небольшая. Хотите, говорит, пиво? Я говорю, хочу. Я говорю, сам его делаю дома, свое домашнее варю. И он мне дал вот, порядка вот так вот где-то закончилось, сам осадок. Опа! Я говорю, а что ты мне тут даешь, ты, говорит, бля? Я знаю, я говорю, сам делаю это пиво. Ты мне осадок, ты, говорит, не давай. Давайте, говорит, новый наливай. Ну, налил мне новенький, открыл баклажечку-то. А ты решил раскусить меня. Ха-ха-ха, а это то было. Ну, ничего, могу про него сказать то, что пиво такое же, практически ингредиенты те же самые, и все то же самое, и вкус тоже самый. В основном базовый вкус. Я не говорю про те вкусы, а я имею в виду про базовый вкус. Потому что для любого пива используется в основном базовый соус. Вот. Другие солода не используются, как базовый. Ну, это вот осадок такой остался. Тут остатки все вот эти вот, ну не знаю, там что-то такое здесь, сумму выкидывать будем. Не, ну, ушло. Сейчас мы попробуем, ребята, это пивко. Класс. Ну ладно, всем пока и удачи.